Не хватает. Эти слова сегодня на коллегии повторяли не раз. Не хватает учителей физики и математики. Не хватает профессиональных руководителей. А главное, молодые специалисты отказываются работать по распределению. И в системе образования их очень не хватает. 15% учителей – пенсионеры. За 5 лет из 1000 дипломированных педагогов на местах закрепились не больше половины, добавляли на коллегии. Какие же социальные гарантии может предоставить администрации на местах для того, чтобы эти специалисты могли быть закреплены? Речь может идти о комнате в общежитии, о подъемных в размере оклада и ежемесячной доплате, ну, наверное, смешную доплате в размере 2 РОМЗП. Сделать профессию педагога престижной – задача номер один. Кроме того, пока только на бумаге – создание резерва руководящих кадров. Системе просто необходимы менеджеры образования. Люди, не только знающие свой предмет, но и умеющие управлять. На коллегии предложили использовать опыт других стран. За разработку концепции кадровой политики проголосовали все члены коллегии. Положение появится уже в следующем учебном году. Также до октября 2012 необходимо проанализировать результаты итоговой аттестации и по возможности внести коррективы. ЕГЭ в этом году выбрали 86% выпускников.